Здравствуйте. В прямом эфире «Майзам» – совместная передача «Гамсумо» при правительстве Кыргызской республики и телеканала «Пирамида» при поддержке ПРООН. И я, ее ведущая, Махабат Мансурова. А сегодня мы будем говорить о гарантированной государственной юридической помощи. И нам в этом помогут наши гости. Это Сейдалиева Марипа Эрмековна, начальник управления нотариата и адвокатуры Министерства юстиции, и Калбеков Акджол Сабырович, заместитель начальника Управления юстиции города Бишкек и Чуйской области. Здравствуйте, уважаемые гости. Здравствуйте. И у меня будет такой вопрос. Нам известно, что в настоящее время проходит декада по оказанию бесплатной юридической помощи. Скажите, пожалуйста, когда она началась и на каком этапе сейчас находится? Спасибо. Ну, я хочу, во-первых, сказать, что с 17 ноября этого года по 17 декабря, то есть уже завтра последний день, у нас под эгидой Министерства юстиции при финансовой поддержке наших международных организаций, это ПРООН, это Евросоюз и Фонд Сурос Кыргызстан, мы проводим месячник, ну, так называемую декаду, оказания бесплатной юридической помощи населению. Что это такое? Ну, во-первых, мы хотели оказывать такую помощь, бесплатную юридическую помощь, особенно уязвимым слоям населения, где, когда человек не может оплатить труд адвоката или где-то получить платную консультацию в связи с отсутствием средств. Поэтому уже второй год как бы это традиционно уже проводим. И мы посмотрели, это мероприятие дает очень положительные результаты. То есть мы находимся ближе к народу, мы разъясняем законодательство, мы проводим различные лекции в наших учебных заведениях, производим встречи с населением, оказывают консультации. В этом месячнике, значит, принимают участие адвокаты, нотариусы, юристы органов местного самоуправления, юристы юридических клиник, юристы неправительственных организаций. То есть все юристы именно вовлечены в эту деятельность. И даже цифровые данные, которые, то есть мы уже на вчерашний момент, мы когда анализировали, мы уже где-то около 8000 человек обратились уже и получили эту бесплатную юридическую помощь. Ну, вы, наверное, знаете, что кроме этой декады у нас еще утверждена концепция по повышению правовой культуры. По инициативе Министерства юстиции была разработана эта концепция повышения правовой культуры. Поскольку мы уже вот на протяжении скольких лет выезжаем на встречи с населением, и мы сталкиваемся с очень большой правовой неграмотностью населения. То есть народ не знает элементарно своих прав, не говоря уже об обязанностях. И поэтому основной задачей Министерства юстиции это является повышение правовой культуры, правовое воспитание населения. И в марте этого года утверждена правительством Кыргызской республики концепция по повышению правовой культуры. В соответствии с этой концепцией разработан план мероприятий. Но я здесь хочу отметить, что Министерство юстиции является координатором этих всех мероприятий. То есть вовлечены буквально большое количество государственных органов. Особенная часть – это Министерство образования. То есть мы считаем, что права должны быть разъясняться с детского сада, даже со школьной скамьи. Да? То есть именно образование, давать правовое воспитание детям. И вот у нас, кроме этого, будут, значит, введены, мы полагаем так, совместно с Министерством образования, ввести какие-то учебные дисциплины именно по правовому воспитанию. Очень много проведено встреч, как я уже сказала, значит, лекции на различные темы, особенно на тему, о которой мы сегодня будем говорить, это по гарантированной государством юридической помощи. Ну, давайте тогда перейдем именно к новому законопроекту. Да, вот скажите, пожалуйста, когда он был разработан и на каком этапе сейчас находится? Ну, спасибо. Прежде чем ответить на ваш вопрос, мне хотелось бы вкратце рассказать о действующем законе о гарантированной государственной юридической помощи. Ну, наверное, ни для кого не секрет, и, наверное, думаю, что многие со мной согласятся, что
как уже говорил Мар Пермекон, у нас очень низкий уровень правограмотности нашего населения, наших граждан, низкая осведомленность о своих правах. Поэтому особенно это касается уязвимых слоев населения. Также граждан, которые находятся в отдаленных уголках нашей страны. Поэтому работа в этом направлении, она является одним из важных задач Министерства юстиции. К примеру, сказать, исходя из темы нашей сегодняшней передачи, к примеру, наши граждане, не все наши граждане знают о том, что есть возможность получить юридическую бесплатную помощь за счет государства. Это у нас прописано в основном в нашем законе, в Конституции, если память меня не изменяет, в статьях 24-40. Там как раз таки предусматривается, если у нашего гражданина нет средств на получение юридической помощи, то государство обязано, я подчеркиваю, обязано обеспечить эту помощь. Поэтому в этом направлении Министерством юстиции была проведена определенная работа, можно сказать, даже масштабная работа, и в настоящее время ведется. И одним из результатов данной деятельности как раз-таки является принятый в 2009 году закон о гарантированной государством юридической помощи. Как раз-таки у истоков этого закона одним из разработчиков как раз являлась Мария Пермековна. Это был такой сложный период, мы с боем с таким, но все-таки приняли этот закон. Говоря об этом законе, который действует в настоящее время, говоря простым языком, чтобы нашим телезрителям было это понятно, что вообще, у них, наверное, возник вопрос, что такое гарантированная государственная юридическая помощь. Да? Это помощь, если говоря простым языком, помощь, оказываемая за счет средств государства, правовая помощь, так называемая. Да? Ну, по действующему законодательству эта помощь оказывается только по уголовным делам. И тем лицам, именно тем категориям лиц, потерпевшим, обвиняемым, подсудимым на стадии следствия, также на стадии судопроизводства первой, второй инстанции, надзорной судебных инстанций. Теперь вопрос возникает, кто может получить эту юридическую помощь. Я подчеркиваю, квалифицированную юридическую помощь. Эту помощь, во-первых, могут получить граждане, уровень дохода, который не превышает того уровня, который устанавливается ежегодно нашим правительством. Ну, в настоящее время это составляет примерно, если посчитать, порядка 3-4 тысяч сомов. То есть, если гражданин получает 3-4 тысячи, менее 3-4 тысяч сомов, он имеет право на получение этой бесплатной юридической помощи. Кроме того, этот закон предусматривает те лица, которые независимо от уровня дохода могут получить эту юридическую помощь. Это категория лиц, значит, несовершеннолетние, инвалиды первой и второй группы, лица с нарушением слуха, зрения, лица с психическими расстройствами, а также лица, которые подозреваются, обвиняются в особо тяжких преступлениях. Также военнослужащие это могут эту помощь получить. Ну, и лица, которые состоят на учете центра занятости. То есть, если говорить о порядке получения этой помощи, то любой гражданин, кто подпадает под эту категорию, может обратиться непосредственно либо в момент задержания, либо на стадии суда, следствия, или непосредственно координатору. То есть у нас, согласно этому закону, в каждом области у нас имеется координатор, который, функция координатора заключается в том, чтобы он обеспечил взаимосвязь между правоохранительными, следственными органами, судом и непосредственно заявителем, то есть получателем этой юридической помощи. То есть гражданин в случае задержания его, допустим, он может обратиться сразу за помощью, за этой помощью. То есть мы при получении заявления незамедлительно предоставляем адвоката, который осуществляет соответствующую защиту этого заявителя. То есть это здесь особенность этого закона заключается в том, что этот закон в настоящее время предоставляет только помощь по уголовным делам, и эта защита осуществляется только как представительство, то есть мы предоставляем только адвоката. Поэтому очень, если посмотреть, очень много людей обращаются по гражданским вопросам. Поэтому, исходя из этого,
Министерством юстиции еще в 2010 году были созданы центры по оказанию бесплатной юридической помощи. Как раз таки эти центры предоставляют именно консультационные устные правовые услуги, где люди могут обратиться независимо от категории, да, и так далее, от уровня дохода, обратиться за любым правовым вопросом и получить соответствующую консультацию. Марика Ермековна, а расскажите, пожалуйста, сколько времени понадобилось, чтобы разработать этот новый законопроект? И кроме вот таких пробелов, так скажем, да, какие еще пробелы вы увидели и какие изменения будут ждать? Ну, до того, как сказать о новом законе, я немножко еще хотела бы добавить по поводу того, что все-таки права и неграмотность населения у нас сейчас стоит на первом месте. Мы видим, сколько нарушается прав, сколько и по гражданским, и по уголовным, и по административным делам. Сколько к нам обращаются граждан с теми даже вопросами, что у них нет документов на руках, что они не могут получить какие-то документы, они не могут решить какие-то земельные вопросы, наследственные вопросы и так далее. И поэтому вот мы буквально в течение 2 лет уже с 2014 года совместно на основании проекта ПРООН при финансовой поддержке правительства Финляндии мы проводим большую работу, и я считаю, что мы ее провели очень хорошо. Значит, вот как Арджил Сабырович сказал, с 2010 года, ну, вы знаете, какие события у нас были в 2010 году, по инициативе Министерства юстиции мы в каждом управлении в области создали центры вот, по оказанию бесплатной юридической помощи. Но эти центры дают лишь консультации, какие-то юридические консультации по правовым вопросам. И когда мы стали говорить или анализировать работу этих центров, мы пришли к выводу, что необходимо повышать потенциал этих центров. То есть эти центры, они необходимы народу, они необходимы нашему населению, потому что они получают консультацию хотя бы куда пойти и как получить документ, хотя бы в этом элементарно. И вот в соответствии с этим проектом мы уже на настоящее время мы уже открыли еще дополнительно 10 таких центров. То есть это у нас пилотные проекты идут сейчас Чуйская и Ошская область, и почти все районы охвачены. На следующий год, на 2017, мы запланировали еще 5. Угу. Но поскольку пилотных только 2 области получается, мы, значит, и проводим работы с другими международными нашими партнерами, и они оказывают нам поддержку и в других областях. А сколько сегодня центров есть? Сейчас у нас вот в каждом управлении, это 7 получается центров, есть в каждом управлении, и кроме того, мы 10 открыли. То есть у нас уже 17 центров сейчас есть. В районах, да? Да, и мы стараемся открывать их именно в помещениях государственных нотариальных контор, куда народ более чаще обращается, и чтобы двери этих центров не были закрыты. То есть там дежурят наши адвокаты, наши нотариусы, наши специалисты управления юстицией, и могут получить любую консультацию. Ну, естественно, консультация до следствия, то есть не касается предварительного судебного следствия. То есть консультацию могут получить абсолютно по любому юридическому вопросу? Да, почему? Потому что там мы привлекаем адвокатов, которые у нас находятся в реестре адвокатов. И здесь может возникнуть вопрос, а как оплачивается их работа, да? Оплата их работы не оплачивается. Почему? Поскольку государственный нотариус – это государственные служащие, они обязаны там работать, получают за это заработную плату и дежурят. Адвокаты, которые находятся в реестре гарантированной государственной юридической помощи, они получают свою заработную плату из средств государственного бюджета. И вот плавно переходя, вернее, это является вот эти центры, о которых я говорю, это первая ступень реализации закона о гарантированной государственной юридической помощи. Вот Абдул Сабыч рассказал сейчас действующий закон, как он действует. То есть в настоящее время у нас нет специализированного органа, который бы занимался именно этой работой, координацией, мониторингом, обобщением и так далее, да? Разработка бюджета. Этим занимается наше управление Министерства юстиции, то есть это дополнительная нагрузка. Наши координаторы – это не освобожденные координаторы, это функции, которые возлагаются на наших специалистов,
у которых и другие функциональные обязанности. То есть, когда мы стали анализировать, мы пришли к выводу, что неэффективно работает закон. То есть нет того охвата, который необходим. Не хватает адвокатов, нет вот этого специализированного органа. Координаторы не успевают. То есть координаторы должны быть на связи круглые сутки. Поскольку адвокат по гарантированной государственной юридической помощи, он участвует с момента задержания. Как только человека задержали, адвокат должен прибыть. Вот это нужно уяснить. И сейчас вот какие новшества у нас. В общем, была создана экспертная рабочая группа. Распоряжением правительства была создана рабочая группа, которая 2 года работала. Даже больше, 2 с лишним года работали мы и пришли к выводу, что необходимо изложить и написать новый закон. То есть почему новый? Ну, вы знаете, что если 50% изменений происходит, то это уже должна быть новая редакция. А изменения были. То есть первое, что мы сделали? Первое, мы разделили гарантированную государством юридическую помощь на 2 этапа. Ну, на 2 ступени. А первая ступень, я уже сказала, это консультационно-правовая. То есть консультационно-правовую помощь получают буквально все, включая наших граждан, граждан Кыргызской республики, и иностранные граждане, лица без гражданства. То есть все буквально могут получить эту консультационную правовую помощь. Кто оказывает эту помощь? Мы говорим, все юристы. В том числе в этом же законе мы указали все государственные органы, в пределах своей компетенции. Органы местного самоуправления тоже, то есть в пределах своей компетенции. И опять же, это никем не оплачиваем, поскольку все государственные органы, они находятся на дотации и получают за это заработную плату. Это предоставляется буквально всем гражданам. Второй этап – это квалифицированная юридическая помощь. То есть это работа уже адвокатов. Вот мы говорим сейчас по уголовным делам. Работа адвокатов, это, значит, начиная от предварительного следствия и кончая судом, это работа адвокатов, то есть это по уголовным делам. Здесь оплата производится за счет средств республиканского бюджета. Бесплатная юридическая помощь, здесь нельзя понимать, что она совсем бесплатная, что адвокаты работают бесплатно. Адвокаты за эту работу получают из средств государства. Третье новшество. Мы расширили круг субъектов, которые могут получить эту бесплатную юридическую помощь, да, значит, без учета годового дохода. Это, во-первых, потерпевшие по уголовным делам, которых тоже не было. Это престарелые люди, находящиеся в домах престарелых. Это лица с ограниченными возможностями здоровья. И это ветераны ВОВ. Да, ветераны Великой Отечественной войны. То есть матери-одиночки. То есть круг расширен. Кроме того, увеличен, если мы сейчас говорили о 12-кратном размере месячной заработной платы, то сейчас это будет 60-кратный. То есть если почти в 5 раз получается, если сейчас человек с доходом в 3000 или 4000 сомов может получить, то это будет где-то 15-16 тысяч, если он зарабатывает, он тоже будет подпадать. Угу. То есть вот такие вот, ну, я бы сказала, очень хорошие такие достижения у нас. И будем надеяться, что наш президент подпишет, он принят в 3-м чтении, и закон будет реализован. И, конечно же, самое основное, будет создан центр по оказанию гарантированной государственной юридической помощи. То есть это будет координационный центр при Министерстве юстиции, где будут работать адвокаты, координаторы. Мы увеличиваем количество координаторов. То есть эта работа будет именно отрабатывать механизм реализации этого закона. Эдмир Кысайбырович, расскажите, пожалуйста, а сколько финансов потребуется, чтобы реализовать данный законопроект, и кто должен будет выделить эти средства? Ну, насчет финансирования более точными данными, наверное, владеет Мария Пермековна. Я просто дополню Марию Пермековну. Ну, насколько я знаю, порядка 10 миллионов, по-моему. Ну, что касается нового закона, я к дополнению скажу, здесь очень такой важный момент, что там определено, что квалифицированная юридическая помощь и консультационная юридическая – это 2 формы предоставления гарантированной юридической помощи. То есть квалифицированная юридическая помощь
теперь будут обязаны, то есть консультационную правовую юридическую помощь, вернее, теперь будут обязаны предоставлять все государственные, муниципальные органы, в том числе включая все коммерческие и некоммерческие организации, помощники адвокатов и так далее, и даже включая клиники, которые находятся при наших вузах. Да, это очень такое хорошее новшество, приспорит на доступа к правосудию наших граждан, как одним из таких ключевых принципов. Да? Поэтому и вот этот момент нас очень радует. Также необходимо отметить, что в законе четко прописано, что каждый гражданин имеет право получить квалифицированную юридическую помощь с момента задержания. То есть независимо от уровня дохода, независимо от категории лиц, которые не проверяют уровень дохода, не дай бог, любого гражданина задержали, в тот же момент государство обеспечивает его адвокат. То есть вот такие позитивные моменты нас очень радуют. И по поводу финансирования, финансирования хочу сказать, что ежегодно правительством выделяется сумма на выплату компенсации за труд адвокатов. То есть если мы начинали с 3 миллионов сумм, то сейчас у нас уже до 20 миллионов дошло. То есть правительство нам выделяет эти деньги. Значит, компенсация вот по итогам 9 месяцев 2016 года, когда мы подводили итоги, 10 миллионов адвокатам уже выплачено. То есть у нас остается, значит, 18 миллионов. 2 миллиона у нас остается, ноябрь-декабрь, наверное, мы эти деньги будем осваивать. На следующий год мы предусмотрели 20 миллионов 700 тысяч. То есть мы предусмотрели это почему? Потому что в законе сказано, что на первый год средства будут выделяться, центр будет организовываться из этих средств, которые выделяются. Единовременно. Да, единовременно, значит, будет образовываться центр, и из этих средств будет, значит, идти финансирование. Но я здесь хочу сказать, что, во-первых, выразить огромную благодарность нашим международным партнерам. Вот в рамках проекта улучшения доступа к правосудию, о котором я уже выше говорила, ПРООН, фонд Сорос Кыргызстан нас очень хорошо поддерживает в этом вопросе, и они тоже готовы как бы помочь нам именно материально-техническое обеспечение, те же помещения, те же офисная мебель или там какие-то компьютерные оборудования и так далее. И я думаю, что на первый год мы вот таким образом будем работать. А так ежегодно правительством выделяются эти деньги. А вот скажите, пожалуйста, с какими проблемами, с какими вопросами чаще всего обращаются граждане и какого возраста? Да, я вот здесь еще уточню, что, как мы уже отметили, что закон и действующий, и новый закон, он больше ориентирован на уголовные дела, то есть правоотношения по уголовным делам. Ну, сами понимаете, мы говорим, что республиканский бюджет, он не позволяет нам расшириться и сразу просмотреть все буквально дела и включить. Но самое то, что мы, в общем-то, добились, что мы предусмотрели в переходных положениях этого закона до 2020 года разработать механизм оказания и по гражданским, и административным делам. То есть мы постепенно будем как бы вот эти вопросы решать, снова будут создаваться рабочие группы и это. По каким вопросам? Ну, в настоящее время, вот Абжур Сабурович, наверное, скажет, по уголовным делам. Конечно, к нам, в Министерство юстиции, обращаются тоже очень много и по гражданским делам. Но, к сожалению, сейчас мы пока этого не можем сделать. Но я думаю, вот в реализацию этого закона все-таки механизм будет разработан и по гражданским делам тоже. Ну, я дополню. В настоящее время, как показывает наш анализ, в основном люди обращаются по вопросам, касающимся прав и обязанностей сторон, по гражданским делам, по имущественным вопросам. Очень много граждан обращается по земельным вопросам, это в основном в регионах. Также по вопросам, по семейным вопросам и по другим вопросам, правовым вопросам, касающимся в процессе жизнедеятельности любого человека. Да? Ну, как показывает анализ, эти центры в настоящее время успешно работают, и с каждым годом у нас увеличивается количество граждан, которые обращаются в эти центры. Если взять статистику, к примеру, в прошлом году
за 2015 год в эти центры обратились порядка 5000 граждан. Но уже говоря о этом году, по итогам 9 месяцев, у нас по итогам 9, я еще раз подчеркиваю, обратились более 6000 уже граждан. То есть это говорит о чем? Что люди уже идут к этому, люди уже осведомлены, и люди нуждаются в этой помощи. И это говорит о необходимости, как уже Марья Петровна говорила, о повышении потенциала наших центров, то есть увеличении этих центров. Эти центры должны быть созданы не только при Министерстве юстиции, при территориальных, но и во всех других государственных органах. Насколько знаем, у нас вот при поддержке СОРОС с Кыргызстан были созданы такие центры и в муниципальных органах местного самоуправления, вот в акимиатах, к примеру, в Ленинском районе работает очень хороший такой центр. Непосредственно мы с ними заключили соответствующие меморандумы с этими центрами, и во взаимодействии с ними мы осуществляем эту работу. Конечно, в идеале я бы хотела сказать, да, что мы все-таки, наверное, будем добиваться, потому что того, чтобы такие центры открывались в каждом районе, тогда реализация закона о гарантированной государственной юридической помощи, она будет более эффективная. Почему? Потому что эти центры будут первой ступенькой. То есть, если человек получил уже свою какую-то консультацию по интересующему вопросу, то дальше он уже будет знать, куда идти и как. То есть он будет знать о своих правах. И мы стараемся, и вы знаете, когда встречаемся с людьми, мы вот проводили акцию тоже «Знай свои права», вы, наверное, слышали. Да. И очень много таких мероприятий министерство, сотрудники, наши коллеги проехали по буквально по всей стране нашей, да. То есть в каждом районе организовывали такие акции «Знай свои права». И мы сталкивались с тем, что люди обращаются, они нуждаются, у них вот такой информационный голод, они не знают даже элементарные вопросы. И поэтому Министерство юстиции, наверное, все-таки будет и дальше продолжать. И я надеюсь, что и другие государственные органы нас будут поддерживать, и правительство будет поддерживать в том плане, что все-таки быть с народом, ближе к народу и разъяснять законодательство. Вы знаете, законодательство у нас меняется очень часто. И поэтому одной из основных задач, даже, может быть, сказать, что вот сейчас в течение уже 2 лет мы как бы ставим это во главу угла нашей работы, что все-таки разъяснение, право разъяснения и информация, проведение вот таких различных мероприятий. Просто, знаете, вот сама декада, то есть вот этот месячник оказания бесплатной юридической помощи, он дал очень хорошие результаты. Вот, и даже когда при встрече со студентами, со школьниками, очень большой интерес. Ну что ж, значит, будем ждать подписания главы государства данного документа. Мы благодарим вас за интересную беседу. И на этом у нас все. Приятных выходных. До новых встреч в эфире. Место права, основой там является там закон. Все равны, все по обоюдному согласию. In India, the basic rule is all are equal before law. Верховенство права, я думаю, это когда будет услышан каждый гражданин и мнение каждого человека. Үстемдік, башқаручылық башчылық, укуқ, коомчулукта адамдардын арасындагы мамилелерди жөнгө салуучу нормалар жана эрежелер. Мыйзам үстөмдүгү. Мыйзам алдында бардыгы тең жана эч ким мыйзамдан өйдө болбогондугу тууралуу укуктук доктрина. Мыйзам үстөмдүгүнүн принциптерин туткан өлкө төмөнкүлөргө кепилдик берет. Бардык адамдар, уюмдар жана ошондой эле өкмөт мыйзам алдында жооптуу. Мыйзамдар түшүнүктүү, бардыгы жеткиликтүү жана аткарылат. Сот системасы көз карандысыз жана бардык талаштарды адилеттүү жана ачык айкын түрдө карап чыгат жана чечет. Бардык адамдар күнөөсү далилденгенге чейин күнөөсүз деп эсептелинет. Бир да адам негизсиз камакка алынып, түрмөгө отургузулуп жана мүлкүнөн ажыратылбашы керек. Жаза сот тарабынан белгиленип жана кылмыштын оордугуна жараша болушу керек. Мыйзам үстөмдүгүнүн принциби бүткүл демократиялык өлкөлөрдүн, анын ичинде биздин өлкөнүн конституциясында да так чагылдырылган.
биринчи беренеге ылайык Кыргыз Республикасы эгемендүү, демократиялык, укуктук, мамлекеттик башкарууга дин аралашпаган унитардык, социалдык мамлекет. Мыйзам үстөмдүгүнүн негизги принциби бийликтин үч негизги тармакка бөлүнүшүн талап кылат. Мыйзам чыгаруу бийлиги, аткаруучу бийлик жана сот бийлиги. Ар бир тармак чыгымдар жана карама-каршылыктар системасына ылайык иш-чараларды аткарышы керек. Мыйзам үстөмдүгү президент, соттор жана башка мамлекеттик кызматкерлерин Кыргыз Республикасынын конституциясы боюнча иштөөгө ант берүүсүн талап кылат. Мыйзам үстөмдүгү бул Кыргызстандын туруктуу өнүгүүсүнүн кепилдиги.